Межведомственные комплексные учения «Бикет-2023» проходят в Северо-Казахстанской области. В ходе мероприятия отрабатываются вопросы оперативного реагирования на различные сценарии. Подробности далее. Межведомственные комплексные учения «Бикет-2023» проходят в Северо-Казахстанской области. Сейчас военнослужащие и стражи порядка охраняют один из блокпостов Петропавловска. Поток движения автомобилей здесь высокий. Каждого нужно осмотреть, а водителей опросить. Несение службы на блокпостах на самом деле имеет свою специфику. Состав блокпоста, он по своему составу может быть разный. Основная задача – досмотр автомобиля. Досмотр осуществляется с целью исключения ввоза или вывоза какого-либо вооружения, веществ опасных. Его проводят только полицейские, а личный состав подразделений территориальных войск обеспечивает безопасность на месте. Такие учения проходят на постоянной основе, отмечают военнослужащие. В ходе данного учения, да, проверяется ряд вопросов, в том числе готовность всех структурных подразделений, вся техника и силы и средства готовы к выполнению поставленных задач. Хотелось бы отметить работу территориальной обороны в данной области. В войсковой части 99-275 создана специальная бригада. Здесь служат 400 храбрых бойцов, которые охраняют населенные пункты и важные стратегические объекты региона. Здесь осуществляют набор на воинскую службу по контракту. Требуется более 200 военнослужащих. Комплексные учения завершатся 8 сентября.